Здравствуйте, это Укрла Арсевия. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтман и медицинский центр «Призма». С нами на связи Алексей Арестович, которого мы очень рады видеть. Алексей, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Да, добрый вечер. Алексей, вы знаете, я бы вот, может быть, у меня на самом деле очень много вопросов для вас подготовлено, но я просто не могу удержаться. Потрясающе вы выложили информацию, которую… Я не знаю, кто это сделал, или это шутка, или действительно в России сделали. Вот их реакцию на получение нами танков называется «Реакция бей лопатой по уязвимым местам Абрамса». Это мы такую шутку сделали, или они правду сделали? Да, у меня шутка, и это самая ирония россиян над собой, это еще история там 15-го года, если вообще не с Иракской войны. Ну, где там уязвимые части, в общем, логика понятна. Ну, это вечно актуально.